как провел зимние каникулы, скажи? Нормально. Ничего не болит? Нет. Какой настрой на зимнее первенство? Болевой, как всегда. Ничего себе какой-то, а? Блин, ну видно, прям вертушки крутишь, да? Конечно. Сколько салатов съел, расскажи мне? Да я вообще не кушал, монстр. Есть тазик? Ага, есть. Сейчас. А ты сколько съел? Почти весь тазик. Оливье? А ты откуда к нам пришел? Из Динамо. Ага, как зовут? Дима. Все, будем знакомы. Ну как это так? Ты же футболист, зачем так много салатов ешь? Так получилось. Так получилось? Вес не набрал или ты не склонен к полноте? Нет, не склонен. Ладно, все, нет. Не отвлекайте. Дамы и господа, это тот самый Ваня Толич. Рассказываю, Вань, как у тебя дела, как провел новогодние праздники, что скушал, сколько салатов съел. Вообще салаты я не ем, я их не люблю. Ни один из видов вообще. Новогодние каникулы провел в кругу семьи, тренировался самостоятельно. Расскажи, пожалуйста, ты просто пришел в клуб, мы тебя даже не представили. Как ты попал в команду и что ты вообще слышал о футбольном клубе «Родина»? Вообще, перед как-то часов 10 сижу, отдыхаю, смотрю телевизор, и тут мне пишет Саня Пифанов, дай свой номер. Ну, типа, я спросил, зачем, мало ли что-то нужно. После того мне типа сказал то, что... Он тебе обычно звонит, когда денег долг просит? Нет, а мы с ним не были знакомы. Ага. Получается, он мне, ну, скинул переписку с Вадимом Евгеньевичем, получается, Вадим Евгеньевич посмотрел видео в Ютубе и позвал меня, так. И я приехал с ними, и все как-то. И сколько ты был на просмотре? Два дня. Тебя, наверное, сразу взяли, да? Ну, как бы да, там 2 дня привыкли. Ну, какие у тебя впечатления первые от клуба, и что тебя здесь, может быть, что-то удивило? Удивило то, что, ну, я же пришел так из Олимпа, видно, и там, как бы, не такие тренировки, как здесь, а здесь, считай, они лучше. Потом начало физподготовка перед тренировкой, а потом уже сама тренировка интересная. Mm-hmm. Какие у тебя, какой настрой на зимнее первенство? Отличное, боевое. Какое место, думаешь, можете занять? Должны Или побороться. Не любишь прогнозировать? Нет, не люблю, но должны побороться за третье.